Мой прапрадед Ефрем Дмитрий Артемьевич, участник Великой Отечественной войны. Он родился в 1920 году в Чувашской республике, в Красноместском районе, в деревне Большие Чёлы. Своего прапрадеда я никогда не видел, но много слышал из рассказа бабушки о его великих подвигах. Прапрадед пошел защищать свою родину в 21 год. Воевал 322-й краснознаменный Житомирской дивизии. Участвовал во взятии Кёнигсберга. За храбрость, стойкость и мужество, проявленное в борьбе с немецкой фашистской захватчиками, прадедушка был награжден медалями и орденами за взятие Москвы, за взятие Кёнигсберга, за победу над Германией, за оборону Москвы. Истории его жизни передаются в нашей семье из поколения в поколение. Я очень горжусь своим прапрадедушкой.